Мои кумиры в спорте – это непосредственно футбол. В футболе это Лионель Месси, нападающий Барселоны. Вот, мне нравится его игра. Вот. А если брать вот наши казахстанские клубы, то футбольный клуб Актобе. Я люблю писателей. Ну, кумиры какие у нас сейчас? Шухова люблю, Ивана, очень тоже интересный писатель. Потом люблю фантастику. Там много всяких фантастов. Ну, а в принципе, любые книги. Для меня любые писатели очень интересны. Геннадий Головкин. По боям. Ну, потому что он, как бы сказать, лидер для нас и защищает наш Казахстан. И он, как бы, ну, из Казахстана, он единственный, кто не проигрывал один раз, хотя бы. Ну, спорт я считаю Головкин сейчас. Обожаю, смотрю. Роза Рымбаева, Алла Пугачева. Самат Отарбаев по футболу, потому что мне нравится футбол. То есть таких есть значимых? Мне кажется, Кристофер Нолан. Ну, из актеров кто хороший актер? Том Круз, например, хороший актер. Отличные фильмы с ним. Хайрат Нуртас, мой пример. А еще? Вот в разных сферах. Вот писатель, математик. Писатель Мухагали Махатаев. Мне нравится творчество и Шыңгыс Айтматова. Вот. «Буранный полустанок». Очень интересные произведения. Вот. Из культурных деятелей. Вот. Творчество Чехова. Вот. Я сам в музыкальной школе учился, вот я с этим ознакомлен.